Хуже вчерашнего с нами еще ничего не случалось. Мы потеряли 8 человек, весь груз. И Сэм даже не может встать. Это война, и она захлестывает нас выше макушки. Он уже привлек на свою сторону прокурора. И тот сейчас усердно под нас копает. Кроме того, он в хороших отношениях с советником, сыном которого ты шлепнул, Томми. Так что на нас напустят и копов. У них ничего против нас нет. А вот и не угадал. Вчера Фрэнк сдал все наши конторские книги. У прокурора нынче праздник. Проклятие! Фрэнк вряд ли хотел крови, но он, похоже, не стал бы возражать, если бы я получил пожизненное. Эти конторские книги дадут прокурору кучу улик против нас. Но без Фрэнка они бесполезны. Нам придется ликвидировать Фрэнка. Вы имеете в виду убрать его? Я что, должен пришить Фрэнка? Больше 20 лет я знал Фрэнка. Мы вместе достигли многого. Но Фрэнк нарушил омерту. Не знаю почему. Наверное, у него были свои причины. А у нас есть свои причины, чтобы убрать его и вернуть эти книги. Иначе все мы получим срок. И не маленький. Как пожелаете, босс. А точно нет тут других? Точно. Я думаю, сегодня наш последний шанс сделать что-либо до того, как Фрэнк окажется вне нашей досягаемости. Что мне нужно сделать? Сначала найди этих двоих и узнай, куда отвезли Фрэнка. Это пара стукачей. Они контактируют с копами и с судом. Кто-нибудь из них точно должен знать. С Большим Бифом из Чайна-тауна ты уже знаком. А малыш Тони вечно ошивается на острове рядом с музеем. Потом отыщешь Фрэнка. Делай, что хочешь, но не убивай его. Пока он не скажет, где книги. Капишь? Понял. У Фрэнка будет охрана, так что сначала тебе придется их перебить. Как только вытянешь из него, где книги, убей его. Ладно, босс, как пожелаете. Удачи, Томми. Пушку возьмешь у Винченца, машину у Ральфи. И помни, если не справишься, нам всем крышка. Черт подери, что ты натворил, Фрэнк? Ты же был мне как брат. Итак, ребят, всем привет, мы и продолжаем проходить мафию. Итак, у нас у обоих есть дела, Томми. Поговорим позже. Ладно. Так. Крыльца входом выходим. Что у нас сегодня, Ральф? Выходим по прилице. Привет, короче. Томми! У меня новая машина. Ну, немного лучше, чем модель V8. 80 лошадей. Очень симпатичная машинка. Они немного изменили замки, но для профессионала здесь ничего сложного. Вот так вот. Спасибо, Ральф. Вот потом. Сейчас мы идем. Квинчан. Привет, Винс. Надеюсь, ты знаешь, зачем я здесь? Знаю. Что тут поделать? Эх, Фрэнк мог предвидеть это. Что у тебя есть для меня? Стейт Кольт сделает всю работу, но если хочешь, есть еще обрез. На Сицилии их называют лупара. Когда обнаруживают кого-то убитым из этой штуки, всем сразу ясно, в чем дело. К сожалению, сейчас самое время этим воспользоваться.
Стреляет не так далеко, но вынести можно полдома, так что не промахнешься. Никогда бы не подумал, что столкнусь с сицилийскими традициями вроде этой. Это да. Жалко Франка будет, если мы его убьем.
Серьезно, то есть... Сдавайся, или будем... ладно. Ну вот я уже подъехал. Мистер Сальвери желает знать, где копы держат нашего друга Фрэнка. И Большой Биг предложил мне спросить. Привет, Том! Слушай, я не знаю точно, где они держат Фрэнка. Не могу сказать, что один мешок с дерьмом болтал языком насчет Фрэнка. И копов на следующий день, после того, как его взяли, его называют придурок Джо, потому что он полный идиот. Он постоянно околачивается под мостом. Ты его узнаешь, он абсолютно лысый. Спасибо, Том, я продолжу. Случайно не Джо? Ты ошибся, приятель, я Бит. Да я Джо. Жалко тебя, да? Скажи мне, нет ли у тебя брата-близнеца по имени Джо? Мои братья не твое собачье дело. Ладно, мне чертовски нужно поговорить с этим Джо быстрее. Этого мужика не знаю. Мне некогда с тобой шутить. Дело чертовски серьезное. Если серьезно, то не пошел бы ты отсюда. Полегче. Я не уйду, пока не выясню, где это Джо. Трудное дело, Джо. Мне мама всегда говорила, Джо, не разговаривай с незнакомцами и не бери у них конфет. А что я говорил тебе? Джо! А не пошел бы ты. Я хочу узнать, где фараон и где жил фараон. Грубо сами. Для этого мне нужен ты. Ни хера я не знаю, какой козел тебя прислал? Эй! Пытайся надуть, Джо. Быстро вспоминай. Господи, я же сказал тебе, козел, что ничего не знаю. Вали! Хочешь, чтобы было по-плохому, а? Давай, Джо. Иди к черту. Ладно, ладно, хватит, я все расскажу. Бога ради, прекрати меня бить! Я сейчас все расскажу! Я весь внимание.
Франк договорился с этими ублюдками, что он отдаст им конторские книги. Они переправят его в Европу. Лучше поторопись, он сегодня уже слиняет. Они держат его в одном месте, в Дубовой аллее, напротив теннисного корта. Это все, что я могу тебе сказать. Теперь уходи, гад. Ты меня очень понял. В следующий раз прямо переходи к делу. Не жди. Да, красавчик, помог. Помог. Это идеальный город. Очень дорого, если его везут в бронированной машине. Ладно, последую за ними и узнаю, куда они.
Вы нарушили закон. Я вынужден взять с вас штраф. Ладно, командир, вот бабка. Ну, либо попил. Надеюсь, нет, мы больше не подарились. Я больше такого не вижу, там. Я тебя уже... Второе нарушение, бла-бла-бла. Сэр, это уже второе нарушение. Я вынужден вас оштрафовать. Ладно, командир, я больше не буду. Я разбавляю скорость, но... Я надеюсь, что это больше не повторится. Первая же авария, вторая же... превышение скорости. Все. Продолжаем. Так. Пощадите меня! У меня жена и дети, не убивайте меня! Это... О! Том. Тут с тремя патронами, ага. Ладно, идем далее. Не убивайте меня! Не буду. Да.
себе. Здорово у меня, хорошо так. Нет, здорово у меня хорошо. Он здесь. Я даже вот не видал. Я честно даже не ожидал этого. Не убивай меня! Нет! Пощадите, не убивайте меня! Торопись. Не надо! Не делайте этого! Не ради надо! Пожалуйста, не ребенок. Убивай меня! Не делайте этого! Вот, в том, что надо 38 патронов, хорошо сохранил. Нет! Пожалуйста, пощадите меня! Не надо! Не надо! У меня дети! ХП на 90, я даже не вижу, что это такая. Не убивайте меня! Только если прокликаем, блин. Не, ну вы ожидали, нет? Не, ну давай ХП. А он где? А. Том. Фрэнк, меня послал Дон, и ты знаешь зачем. Я знаю зачем. Я знаю. Я не понимаю, что на тебя нашло. Я думал, ты мой друг. Никогда бы не подумал, что такое может случиться. За каким чертом это тебе понадобилось? Том, я не мог так дальше жить. Слишком много людей погибло за последнее время, а я этого не выношу. В старые времена с Доном было все по-другому. Может, я просто старею?
Том, это война, а я больше не хочу умирать. Когда у нас родился ребенок, я думал, что моя жизнь станет спокойной. А по-другому? Никак нельзя было. Не обязательно было всех закладывать. Мне пришлось покориться. У них мои жена и дочь, Том. Если я не отдам книги, их убьют. Раньше мы решали свои проблемы по-мужски. Ты, Полли или Сэм могли бы вернуть их. Но на этот раз я не хочу рисковать. Я не хочу потерять их, Том. Я не смогу без них жить. Мне сказали, что если я сделаю то, что от меня хотят, меня Мадж и Элис отправят в Европу. Где мы сможем начать сначала? Копы? Копы шантажировали тебя и хотели убить твоих родных? С тех пор, как вы с Полли убили этого Билли, копы и Морелло работают плечом к плечу. Этот советник, отец парня, получил свою должность благодаря Морелло. Морелло хотел заставить меня говорить, а полиция потом позаботилась бы о том. Обе стороны получили бы то, что они хотели. Боюсь, что ситуация несколько изменилась. Где книги, Фрэнк? У меня их нет, Том. Ты их уже передал? Нет, нет, Том. Я скажу тебе, где они, если ты вернешь мне жену и дочь. Предполагалось, что мы встретимся здесь, так что их должны держать где-то рядом. Потом убей меня, если захочешь. Только проследи, чтобы они живыми выбрались из города. Прекрасно, но тебе придется сначала отдать мне эти книги, Фрэнк. Прости, но я хочу убедиться, что ты не врешь. Вот это хэдшот. Не, мне хэд повесили просто. Я не знаю, что делать. Вы жена, Фрэнк? Налетчики, наверное. Вы пришли, чтобы спасти нас. Я перед вами в долгу. Где Фрэнк? Он здесь. Подождите, я скоро вернусь. 20 хп. Пора уже поднять. Ну, 40 хп минимум поднял. Плохо. С ними все в порядке, Фрэнк. Пойдем. Марч, Элис. Слава богу, ты в порядке. Дорогая, спасибо, Том. Они обещали, что дадут мне билеты на самолет в обмен на книги. Эти билеты должны быть где-то здесь. Ты не мог бы поискать их? Ладно, я это сделаю, Том. Подожди меня здесь. Надеюсь, ты не собираешься делать глупостей?
что ты пугал? Опа. Где? Ах, вот тут. Дали такое себе. Так, перезарядись сюда. Не, на том плане, конечно, конечно, рулит. Ну вот, держи, Фрэнк. Спасибо, Том. Дай мне попрощаться с Марч и Элис, а потом мы уладим с тобой. Что? Фрэнк, ты не летишь с нами? Что, что? Я не могу, Марч. У меня и Томми есть очень серьезный вопрос, который нужно разрешить. Так, Том? Фрэнк, просто скажи мне, где книги, и можешь лететь с ними. Что? Как ты объяснишь это Дону? Забудь об этом. Это моя проблема. Где книги? Я никогда этого не забуду. Вот ключ от сейфа в Первом национальном банке. Это в деловом районе. Книги там. Возьми их там. Спасибо. И, Том, благодарю за все, что ты сделал. Я в долгу перед тобой. Скажи Дону, что я сожалею о том, что все так закончилось. Для Дона ты мертв, Фрэнк. Если он узнает, что это не так, он не отстанет от тебя. Ну все, иди, давай. Томми, я никогда не забуду ваши доброты. Боже мой, спасибо. До свидания, мистер. Не забывай, что я говорил тебе тогда в машине. В конце концов, твой лучший друг убьет тебя. Так сказал мне тогда Фрэнк. Потом мне самому приказали убить друга. Да только я этого не сделал. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой, или как там говорится. А я не хотел, чтобы Поле однажды всадил в меня пулю. Возможно, в тот день я и дал ему повод. Сам виноват. Я просто надеялся, что он любит меня так же, как я люблю Фрэнка. Ну, теперь пора валить. А ведь стоят, обнимают до сих пор.
О, моя так. Фрэнк не солгал. Портфель с конторскими книгами лежал в сейфе. Достать его оттуда оказалось просто.
хотел вправо. Я хотел вправо пойти. Что ж, ребят, давайте на этом закончим. В следующей серии мы пройдем миссию под названием «Визит к Таутосумам». Всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Всем удачи и до следующей миссии.